Нур-Султане в ходе спецоперации задержаны наркодельцы и ликвидирован канал поставки наркотиков. У 27-летнего подозреваемого при обыске автомашины изъято более 500 грамм гашиша, расфасованного в спичечные коробки. Задержанный поставщик наркотиков, им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Жамбылской области. В квартире у него обнаружено незарегистрированное травматическое оружие с боеприпасами, свыше 2 миллионов тенге и крупная партия наркотиков. В результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято более 6 килограммов гашиша, стоимость которых на черном рынке составляет около 9 миллионов тенге. Все задержанные лица водворены в столичной ИВС. Ведется следствие. Лишение прав на 7 лет и 15 суток ареста. Так закончился день сразу для двух павлодарцев. Одного задержали на улице Парковой. 50-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Второй на большой скорости передвигался по проспекту Назарбаева. На требования полиции водитель не подчинился и проехал на все запрещающие сигналы светофора. Выяснилось, что после совместного распития алкоголя друзья забрали у него ключи от машины. Однако это 30-летнего водителя не остановило. Он разбил стекла и намеревался доехать на своей лайне до семьи. Приличный штраф грозит жителю Казавинского района Кызылординской области за самодельное оружие. О нем в дежурную часть по телефону сообщил неизвестный. Самодельное ружье и патроны к нему были обнаружены в салоне автомашины УАЗ. По результатам баллистической экспертизы установлено, что, несмотря на свой неказистый внешний вид, устройство пригодно для стрельбы. По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. В Шымкенте раскрыто жестокое убийство. По улице Туркестанской обнаружен автомобиль «Дайнексия» без автономеров. В салоне найдены два игрушечных пистолета, два госзнака для авто, метровая железная арматура и окровавленные мужские джинсы. В ходе оперативных мероприятий установлено, два пассажира нанесли ножевые ранения владельцу иномарки, отвезли его на свалку и сожгли труп. Подозреваемые задержаны. Ими оказались 26- и 22-летние жители Туркестанской области.